Решил снять небольшую обзорку такую. Все люди подходят, спрашивают, почему. Ну, как продемонстрировать эту энергию, которую дает солнечная батарея. Вот. Опять же, стандартная моя батарейка. Сейчас солнце не ахти, а точнее не то, что не ахти, оно просто лень мне идти. Деревьями закрыто частично. Вот. Стандартная батарейка. Проводов нигде под землей не заведено. Сейчас будем делать вот такой тест интересный. Значит, вот что выдает максимум сейчас в амперах. Так, снимаю клемму и подключаю вот такой вот на дыбл двигатель с танка, с вентилятора 24-вольтовый. Крышка где-то утеряна. Но сейчас буду демонстрировать мощность солнечной батареи. Ставим. Сейчас, секунду, я подключу. Значит, беру еще раз вот контакт, смотрим. При пуске до 2 ампер, при работе 0,8. 2,5 при пуске блесков. Ну и вот смотрим, как он работает. Нагрузка опять, повторюсь, копеечная. Сейчас я подключу клемму. Вот он как колбасит. Пытаюсь изменить направление, срабатывает эффект гироскопа. Не дает, сопротивляется. Вот так вот.